созданы как альтернатива католическому Дню Святого Валентина, День Петра и Февронии. Постепенно становится массовым российским праздником. Федеральный центр задает тренд и заботится о патриотизме. В этот раз День семьи, любви и верности 8 июля отметят в сотнях городов от Калининграда до Камчатки. 8 июля по новому стилю мы празднуем память святых Петра и Февронии. Они являются покровителями семьи. Вот особо почитаемые святые, которые явили собой вот образ идеальной семьи, то есть такого взаимопонимания, взаимной любви. Поэтому к этой дате именно приурочено и празднование Дня семьи, любви и верности. Столицей праздника будет город Муром, где жили православные святые князь Петр и его супруга Феврония. В нашем городе 8 июля ожидают свадебный бум. Уже несколько лет новосибирцы предпочитают жениться и выходить замуж в день покровителей семьи, любви и верности. Праздновать День Петра и Февронии будут 8 июля на разных площадках города. Местом проведения большого семейного фестиваля станет Нарымский сквер, где установлен памятник святым. А уже через неделю, 16 числа, пройдет крестный ход, молебен, концерт, молодежный бал и парад колясок. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!